Уважаемый модератор и спикер конференции, мы можем начинать нашу конференцию. Сейчас я вывожу на экран модератора. Хорошего вам общения. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за участие в нашем замечательном круглом столе, в таком интересном мероприятии, которое сегодня объединяет страны БРИКС+. И на сегодняшний день наш круглый стол входит, наверное, тема нашего круглого стола входит в тему лидеров, которым Организация Объединенных Наций посвятила целый год, 2021 год. Это год креативных индустрий. Год креативных индустрий и открытых инноваций. И мы сегодня говорим о том, что страны БРИКС активно разрабатывают стратегии, активно разрабатывают новые проекты для развития креативных индустрий. Правда, среди стран БРИКС только Китай вошел в список лидеров в сфере креативных индустрий. США, Германия, Китай, мы сегодня говорим, лидеры креативных индустрий, открытых инноваций. Но, безусловно, международный опыт, который мы сегодня будем обсуждать в разработке нормативно-правового поля и механизмов внедрения открытых инноваций, создания творческих пространств, очень важен для нас. И наш круглый стол подготовлен при активном участии и организационной работе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. И я, Елена Васильева, профессор кафедры проектного менеджмента управления качеством, директор Центра международных научных исследований, сегодня модерирую данный круглый стол. От нашего университета присутствует советник ректора Ситов Игорь Павлович и наш проректор по научной работе Елена Анатольевна Горбашко, которой я и хочу дать приветственное слово. Прошу, Елена Анатольевна. Добрый день, уважаемые участники конференции, участники форума. Мне очень приятно сегодня от имени Санкт-Петербургского государственного экономического университета выступить с приветственным словом на круглом столе «Открытые инновации. Развитие креативных пространств в муниципальных образованиях стран БРИКС+.» Эта тема представляется нам исключительно актуальной в современных условиях. В этой связи наш университет, работая над этой проблематикой в научном плане, в образовательных программах, счел возможным организовать этот круглый стол. Особая благодарность Елене Васильевой, которая занимается этими проблемами и ведет научные исследования, международные проекты в этом направлении. В период пандемии COVID-19 мы все ощутили важность цифровизации и применения информационных технологий во всех отраслях и сферах экономики. В этих сложных условиях виртуальная реальность, которая опирается на технологическую революцию достижения индустрии 4.0, сделали доступным работу вне офиса для миллионов работников по всему миру, без учета границ пространства и во времени. Мы с вами это ощущаем и на проведении наших научных исследований, проведении конференций, различных семинаров. То есть активность здесь очень высока, люди хотят общаться. К сожалению, это общение происходит не лично, этого никто не отменяет, но это общение, оно активизировалось, вы все это заметили. Значительное число участников из различных точек мира, и мы имеем возможность вот получать самые интересные передовые практики, изучать их и использовать их в нашей работе. Между тем, по мнению экспертов, выход компании в виртуальную реальность сокращает потребность в кадрах, что приводит к значительному росту безработицы. И этот факт уже оценивается экспертами и вызывает определенную тревогу. В этой связи необходимо обеспечить возможность занятости персонала. И одним из таких направлений могут стать как раз развитие креативной индустрии, основой которой выступают творчество и инновации.
Кризис пандемии, вызванный коронавирусом, позволяет проследить зависимость развития общества и развития инноваций и творчества. Но на таких примерах, как появление новых видов товаров и услуг, формирование новых взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, создание предпосылок для последующего развития новых креативных профессий и так далее. Таким образом, с одной стороны, в этих условиях стремительно меняется статус работника и повышается роль созидательных и креативных характеристик, его способность мыслить нестандартно, способность создавать что-то новое. С другой стороны, конкурентность работника на рынке труда обеспечивают новые знания, которые тоже нужно создавать. Нужно создавать соответствующие образовательные программы, обучать новым профессиям в этих условиях. В нашем университете в настоящее время уделяется много внимания развитию образовательных программ в области креативных индустрий. Ну и одним из таких примеров является программа, которая была разработана в рамках ряда международных проектов. Вот совсем недавно мы завершили обучение первой группы по программе дополнительного образования «Социальное предпринимательство в сфере культуры». И данная программа была сформирована на основе результатов международных проектов, европейского проекта программы Erasmus+, европейские измерения в квалификациях для туристического сектора России и Киргизии, где разрабатывались профессиональные стандарты, рамка квалификаций для этой сферы экономики с использованием европейского опыта. И результаты этого проекта дали возможность нам в дальнейшем развивать и другой проект. Мы выиграли грант университетского агентства франкофонии АЭФ, который называется «Цифровой модуль социальное предпринимательство в сфере культуры». Таким образом, сформировали программу доп. Образования, которая сейчас, в настоящее время, реализована в рамках этого проекта и будет реализовываться впоследствии. В этой связи очень интересен, конечно, опыт стран БРИКС, опыт европейских стран для создания соответствующих открытых инноваций и развития креативных пространств муниципальных образований. Надеюсь, что сегодня те новые идеи, тот положительный опыт, те лучшие практики, которые прозвучат сегодня, будут использованы для дальнейшего развития этого направления на практике и нашего сотрудничества в этой сфере. Спасибо большое вам за внимание. Я всем желаю успешной работы. Спасибо большое, Елена Анатольевна. Буквально несколько слов я бы хотела организационных сейчас добавить к нашей работе. Обратите внимание, что регламент у нас жесткий, всего 5 минут для каждого спикера. В рамках этих 5 минут мы сможем обозначить основные наши вопросы и посоветовать, собственно, и нам с вами, каким образом мы сможем разработать механизм взаимодействия в рамках БРИКС+, в новых проектах по креативным индустриям, как, может быть, нас должны поддержать муниципалитеты, может быть, какую-то роль они должны сыграть в нашей работе и уже играют. Именно эти вопросы мы обсуждаем сегодня. Наш опыт. И у нас всего 5 минут для каждого спикера. Обратите внимание, что если вам необходимо поменять язык, пожалуйста, посмотрите внизу на панели. Да, вы сможете поменять русский и английский, в зависимости от того, какой вам нужен язык. Все вопросы, которые возникают у вас, прошу вас задавать в чат. И спикеры после выступления смогут ответить на эти вопросы в чате. Ну а сейчас разрешите объявить первого спикера. Этот спикер у нас из Индии. Это спикер из Индии, из города Нанджитур. И я бы хотела сказать, что это удивительный человек, который имеет более 500 публикаций, я с некоторыми публикациями познакомилась в области открытых инноваций, он является руководителем и профессором
направление зеленых технологий в Институте инженерии и технологий. Прошу, пожалуйста, Вивек Нанотти. Вивек, вы нас... Thank you so much, all of you. A big hello to everyone. Am I audible and visible, right? Yes. Hello. Thank you. Hello. Thank you for this amazing opportunity, Elena, and a very good afternoon. I know I have exactly 5 minutes. And so let me share my screen right now for my host had disabled my screen sharing. I would like to share screen. Host, kindly make it able to share my screen. Fine. Thank you so much. Dear participants, dear panelists, the most important point which I will talk on creative industries and open innovation, India experience. We at India, we are basically working on Can I move to this next? Types of innovation. The types of innovation in the country like India, we have mostly, you know, with this pandemic and with this nurturing into various types, the official scientists and professionals leave it. But конечно, мы говорим про пандемию, мы говорим про научное сообщество профессионалов, но очень важно помнить и про детей, и ту сферу, которые они занимают в творческих инновациях, про их воображение, про их возможность также ширить, мыслить шире. И также мы говорим про обычных людей, которым мы предоставляем разное образование. Shift the slide, please. Next. Yes. The great initiative of country I would like to share is National Innovation Foundation. The NIF, it motivates and creates a lot of 3,10,000 ideas and innovations of traditional knowledge of this country is available on this portal. And students from 8th grade and 9th grade are giving solutions to industries for their problems. They are green solutions. They are social innovation problems. They are all those and 608 districts and 992 grassroots innovators are recognized here and they have international patents. So next slide, please. So it is very, very important. And you can see the innovation. Next, please. Next slide, please. Startup India. Yes. Startup India has become a very, very important scheme Government of India has launched so that all, you know, it's about self-reliant. It's about self-reliant country. Every problem should have a solution which is locally available. Think global. I would love to partner with so many institutions and Startup India scheme has given a platform for all such new innovations to make industries more creative post-pandemic, post-COVID. Next. Next slide, please. Federation of India Chambers of Commerce and Industry keeps motivating through out-of-box solutions and innovative schemes and ideas. I am thankful to Erasmus Plus and EU. I'm enjoying 2-3 more important. We are working as a team for Erasmus Plus projects also. Next slide, please. So this is a federation which is strongly working on that. National encouragement. All India Council for Technical Education conducts round the year hackathons, which are the exclusively problems which are faced by the industries and ministries like health, industry, energy sector, greening of energy. These are the important points of the industry wherein the problems are given to engineering institutions, pan India, and we are getting amazing solution. The next generation in the country, the youth of India are giving amazing solutions, may it be undergrad, postgrad, or PhD student. Next slide. Yes, and we strongly believe implementation of design thinking. We need more innovators. The globe today needs more innovators. Thinking abilities are to be enhanced. So we all should think on. Erasmus Plus also should, like I'm appealing them to get design thinking projects because we want to create innovators. Next. Next, please. Next slide. Yes. So, and country like India had a lot of social problems, waste management, waste treatment projects.
greening of education, carbon footprints, all these green issues, social innovation is the mantra. And creative industries coming and taking out of those social innovations, India has got a lot of social enterprises coming up very, very encouragingly and motivated by government. Next. Next. So we encourage social entrepreneurship. Next. Next slide, please. Green economy in India is something which is to be thought on. I am working on enhancing green economy of the product, agriculture, construction, power, manufacturing, and transport and tourism. India is mainly focusing on all these issues, which are very, very important and prime important. Innovation in these five areas are the focus for the country right now. Next. Next slide. Yes, 400 million people will be trained, 400 million. So network is net worth. I strongly believe, travel, meet new people, participate into such international BRICS Plus forum and get collaborative ventures. Next, cover entire band of society is something which is very, very important. Next slide, please. Next slide. Yes, currently I am working. My institution is working with 11 world-class European universities, 5 Israeli universities, 3 from Nepal, 3 from Kyrgyzstan, and many Indian partners. We are basically working on social innovation, entrepreneurship, creating a business hub which has got a social innovation into it. Many Indian partners like Tata Institute of Social Sciences and IITs. Thank you so much. Next, next, next slide. Dissolving boundaries. Dissolving boundaries. I strongly promote India and Indian institutions are promoting dissolving boundaries. Let history man should work with physics and let chemistry guy should work with chemical engineers and chemical engineer can work with music industry. Dissolving the boundaries of the branches, we can get a lot of solutions to all our problems, which can make our today's industry through collaboration more creative. Next slide, please. Next slide. So I strongly suggest that there has to be an intermediate space to ponder upon into an academic institution. Academic and industry interface should create an innovation center, co-working space, knowledge lab, knowledge hub, think lab, design studios, wherein industry and students work hand in hand on the list of the problems government has given to us. If we can work upon this, this is what I want to advise. If these such forums like BRICS Plus Forum, Erasmus Plus Forum, if these forums can provide and fund and sponsor the out-of-box space for students, scientists, and teachers, then we really look forward for an amazing collaborative projects between all the countries. Next, please. Next, please. Next slide. So, with these suggestions that creating an out-of-box thinking and making a space, creating collaborations, we can definitely crack all those problems and run on the path of growth. Thank you so much. I would love to get connected with all of you on my number on the slide, 9822233286. And let us get connected, work together, shake hands, and grow together to make this globe more greener, more enterprising, and more worthwhile, a place to live and enhancing our livelihood. Thank you so much for giving me an opportunity. Special thanks to Alina, Marina for having me here. Thanks a lot. Thank you. Спасибо большое, Вивек, за такое быстрое, но очень информативное сообщение. Вам уже поступают вопросы в чате. Можно обратиться в чат и ответить на вопрос. Вопросы по большей части связаны, как связаны зеленые технологии, технологии, которые работают сегодня в Индии с креативными индустриями. И мы сможем ответить на эти вопросы после, в конце нашей сессии, после всех выступающих. Большое спасибо. И поскольку у нас такой бриф, да, поскольку у нас такой бриф сегодня, такой быстрый, в течение 5 минут нам нужно успеть рассказать наши темы, мне бы хотелось пригласить Наталью Белякову,
Наталья Белякова, Российская Федерация. Прошу с вашей темой выступления о том, как в России на сегодняшний день развиваются креативные индустрии, какие есть у нас возможности. Наталья является известным журналистом и преподавателем Высшей школы экономики. Прошу вас, Наталья. Да, Елена, спасибо большое. Спасибо огромное Вивику, нашему первому спикеру, который задал для нас, мне кажется, очень важную рамку связи креативных индустрий и зеленого устойчивого будущего, потому что, безусловно, на данном этапе, когда мы говорим об устойчивости, мы прежде всего говорим об экологии, но, безусловно, если мы посмотрим на тему шире, на социальный климат, на экологию отношений, мы поймем, что именно креативные индустрии создают тот самый необходимый баланс между нашими усилиями по развитию там, устойчивости окружающей среды, социальной среды, да, и все, что нас связывает и позволяет говорить нам с уверенностью, по крайней мере, смотрите в будущее. Я прошу уважаемых коллег расшарить мою презентацию. Постараюсь в действительности остановиться всего лишь на двух слайдах. Можно сразу второй, наверное, дать. Да, на самом деле мы с вами, уважаемые коллеги, встречаемся в очень интересное время, когда в России происходит действительно институциализация отрасли. И я специально вывела на экран, наверное, вот этот очень важный слайд, пусть он здесь повисит. Это, собственно говоря, концепция развития креативных индустрий в России, которая была принята в сентябре текущего года. Вот она совсем свежа, только что. И здесь вы можете видеть то, как сейчас понимаются креативные индустрии в России, что входит в это понятие. Да. На самом деле это очень важный момент в процессе институциализации отрасли, который сейчас у нас идет. А если мы говорим про цифры, то сейчас это 4,98% вклад креативных индустрий в валовый внутренний продукт российский. Надо сказать, как это соотносится и ну, в долларах это примерно 1,7 миллиардов долларов, да, если в цифрах говорить. А как это соотносится с другими индустриями для того, чтобы показать, что действительно для России это очень динамичный рост. Ну, смотрите, там на первых позициях у нас действительно там порядка 13%, да, это добыча полезных ископаемых, это строительство, это обрабатывающая промышленность, это торговля и затем креативные индустрии, которые вот буквально за несколько лет достигли такого почти 5% валового внутреннего продукта. Я думаю, что сопоставь, уважаемая аудитория, примерно осведомлена, насколько этот уровень в других странах, да, что он собой представляет, поэтому это очень динамический рост, учитывая еще тот момент, что это данные, подсчитанные по ОКВЭДам, да, компании, мы знаем, что ОКВЭДы достаточно консервативная система, она, ну, не всегда релевантно отражает тот реальный уровень, там, вовлеченности производства, да, вовлеченности какого-то бизнеса в креативной индустрии, чуть-чуть идет этот гэп такой с запозданием, да, поэтому на самом деле реальная цифра больше, и тот факт, что вклад креативных индустрий, он уже больше, чем вклад сельского хозяйства в валовый внутренний продукт, говорит о многом. Надо сказать, что в России для понимания общего нашей уважаемой международной аудитории на данный момент 2399 муниципальных образований, которые у нас насчитываются 8 типов, это огромный потенциал, будем честны. Те цифры, которые я сейчас привожу, это прежде всего креативные индустрии, сконцентрированы в административных центрах регионов. Это правда. Но более 4%, да, от вот этих 4,98%. Но достаточно стремительно у нас развиваются и креативные индустрии в малых городах. Да, прежде всего это связано с управлением культурным наследием, с управлением и созданием
компаний, которые занимаются производством диджитал и медиа-контента. Да, и в этом плане в самом начале была сказана очень важная вещь о том, что действительно рынок труда стремительно изменился. У нас большое, как и во всем мире, да, большое количество профессионалов работают удаленно, не обязательно фриланс, но это очень часто удаленная работа, и это дает, конечно же, новый шанс, новые возможности развития для малых и средних городов. Но наша задача-то нашей сессии, да, показать, чем мы можем быть друг другу полезны. И в этом смысле коллаборация в рамках международных маркетплейсов, которые сейчас достаточно активно существуют и в России, интегрированы в них Россия. Да. Российские производители выходят на международные маркетплейсы, и представители креативных индустрий объединяются сейчас внутри России для того, чтобы демонстрировать свои возможности на международном рынке. Например, все производители народных художественных промыслов, хранители традиций, это только один пример, да, объединены в большой маркетплейс, ярмарка мастеров, который, собственно говоря, объединяет, ну, всех ключевых мастеров России, которые готовы в том числе выходить на экспорт. Поэтому вот такая консолидация, такие национальные маркетплейсы, которые интегрируются в международные, говорит о том, что мы можем быть действительно полезны друг другу именно за счет горизонтальных связей между нашими муниципалитетами. Я хотела попросить уважаемых коллег на пятый слайд переключить для экономии времени и показать вам, каким образом... Нет, пятый, еще чуть-чуть, вот этот, спасибо. Да, показать вам, каким образом у нас распределяются, что в топе, какие города, и демонстрирую эту логику, я покажу, насколько действительно разнообразным является пул креативных индустрий в России. Так, по вкладу в валовый региональный продукт у нас на первом месте, разумеется, столица, Москва, на втором месте Санкт-Петербург, город, в котором вклад креативных индустрий составляет 12,6%. И это мой родной город, откуда я вас всех счастлива приветствовать. И очень показательно, что представляет собой креативные индустрии. Например, вот в Петербурге, там, в одном из лидирующих городов, на какие-то отрасли. На первом месте это архитектура и все, что связано с дизайном, с архитектурой, дизайн-бюро и так далее. Далее это IT, разработка, новые технологические решения, то, что действительно, в том числе, то, чем занимается хост нашей сегодняшней замечательной встречи и конференции, Санкт-Петербургский государственный экономический университет. И, конечно же, это раздел R&D, Research and Development, это сложный конгломерат, на самом деле, индустрий, это и от отделов НИОКРов, таких классических промышленных производствах до новых малых и средних бизнесов, которые занимаются исследованиями, да, по заказу крупных производств. И вот очень интересный момент, не случайно я здесь вывела вот топ-5, на третьем месте после Петербурга, внимание, Тюменская область. Друзья, вот очень многие россияне, наверное, могут удивиться, да, почему Тюменская область – это нефтяная столица России, как раз потому, что здесь концентрированы, казалось бы, добывающая, да, такая история, но нет, здесь концентрированы научно-исследовательские разработки, в том числе связанные с озеленением отрасли, да, снижением карбонового следа и так далее. Да. И именно это дает региону возможность вот такой вот мощный вклад в свой бюджет обеспечивают компании, которые связаны с разработкой инновационных решений. И вот очень показательно, Россия действительно удивительная страна, в том смысле, что мы умеем удивлять. На четвертом месте Костромская область. Костромская область откуда, почему такой достаточно вроде бы классический регион, и классический регион в части там
не знаю, структуры, инфраструктуры бизнеса, и мы видим на четвертом месте среди всех регионов Российской Федерации по вкладу креативных индустрий Костромскую область, потому что это мощнейший хаб, наверное, народно-художественных промыслов, традиционное ювелирное производство, которое действительно весьма котируется на международном рынке. Это огромные экспортные потоки, внутреннее производство. И именно это дает вот такую вот флуктуацию. Поэтому, глядя только на эту замечательный топ, да, мы видим, насколько разнообразна креативная индустрия в России. И именно это позволяет нам говорить о том, что мы можем сотрудничать в очень многих направлениях. Вивик говорил про зеленую экономику. Я добавлю к этому разнообразие креативных индустрий от сложных IT-решений, беспилотников и прочие, и большой такой блок до классических индустрий, которые связаны с сохранением и приумножением локального наследия. Да? Появился Наталья, уважаемый модератор, он мне хочет сказать, что закончилось время. Наверное, давайте на последний слайд я переключу, и, возможно, просто чтобы остались мои контакты. Да, наверное, на самый последний слайд мы, конечно, передадим презентацию. Вот, и да, с удовольствием буду рада диалогу с коллегами, связанному с развитием креативных индустрий в России, прежде всего нашими замечательными межстрановыми контактами в этом направлении, потому что вместе мы действительно сможем больше. Спасибо. Спасибо большое, Наталья. Из России за такой прекрасный доклад о том, как развивается, в каких регионах сегодня мы активны в креативных индустриях и как с нами связаны открытые инновации и зеленые технологии. Но из России мы сейчас переместимся в ЮАР. И к нам подключился Септи Букула. Он как раз, наверное, расскажет нам о том, как и зеленые инновации, как и туризм, как и креативные индустрии связаны между собой. Мы с ним познакомились на форуме в Казани, где как раз и обсуждали возможности креативных индустрий и зеленых технологий в развитии территории. Септи будет принимать глобальную конференцию ITC в следующий раз, и поэтому мне бы хотелось, чтобы, может быть, он и в конце дал какой-то обзор, может быть, какое-то видение. Септи, прошу вас. Well, good morning to everyone. It's morning in South Africa, and good afternoon to those who are in the afternoon in their countries. And thank you, Eleanor, for the invitation to participate in this important conference. I look forward within the time allocated to share a few thoughts. I don't have a PowerPoint presentation. I much prefer to just talk, that way I can keep it short. The topic that I've been asked to comment on is the role of municipalities in developing creative industries, which includes tourism. So I'm going to focus my comments on the role of municipalities in the development of tourism specifically in the South African context. And I'll preface my talk by saying that tourism is recognized in South Africa as one of the key industries. It is a major contributor to the country's gross domestic product. It is a major contributor to employment. And indeed, in the aftermath of COVID-19, the country's economic recovery and reconstruction strategy responding to COVID-19 has identified tourism as one of those key sectors that need to be focused on in order to drive the economy going forward. So it's an important sector in our economy, and it's recognized as such. And so I just want to make a few observations within the 5 to 7 minutes that I have. Firstly, is that the important role of local governments or municipalities in facilitating tourism development is well recognized in South Africa.
There are a number of government statutes and government strategies that clearly recognize the importance of local governments and the contribution of local government towards the development of local tourism. I can just mention a few, and I'm not going to mention all of them. The most important of them is the South African Constitution, which clearly says that local tourism development is the role of municipalities. The Tourism Act, which governs the development of tourism in South Africa, says the same. We have other laws called like the Municipal Systems Act, which requires municipalities to establish tourism offices. And we indeed have the National Tourism Sector Strategy of the Department of Tourism, which clearly allocates the responsibility for local tourism development to local municipalities. For instance, the National Department of Tourism identifies a number of specific roles that can and should be played by municipalities in driving tourism. I'm just going to go through some of them very quickly. Firstly, it specifically says that municipalities should support the development of sustainable tourism through their local economic development plans. Their integrated development plans. It says municipalities should develop appropriate infrastructure that supports the growth of tourism. Municipalities should engage in public education, awareness, and training initiatives in support of local tourism. Municipalities should act as catalysts for new business development and for the support of existing enterprises in tourism. They should promote partnerships between the public and the private sector to drive the growth of tourism in their territories. And they should maintain the natural environment for the growth of tourism. These are some of the roles that the National Department of Tourism in its tourism sector strategy assigns to municipalities. So you can see from those, both from the point of view of legislation and point of view of strategy and government directives, that an important role is assigned to municipalities in developing tourism as part of the creative and green industries. Why are municipalities so important? Of course, tourism happens in local spaces, and those local spaces are located in municipalities. And of course, municipalities are the closest to the communities and the assets and the resources within their jurisdictions. And so they have a better understanding of opportunities for tourism within their jurisdiction. But also, municipalities have key instruments that they can use for driving the growth of tourism. In our context in South Africa, some of these instruments include what we call local economic development plans, which are plans of municipalities to drive the overall growth and development of their local economies, and tourism is an important part of that. Instruments, what we call in South Africa, integrated development plans, again, wherein tourism development features. And of course, municipalities regulate the local spaces. They regulate what happens in the local spaces. And through the instrument of regulation, they can facilitate and enable the growth of tourism, and many other instruments like infrastructure development, investment promotion, and all of these that the municipalities have at their disposal, these instruments can be used effectively to drive local tourism development, hence this role that's given to municipalities in driving tourism. However, in the context of South Africa, and I'm going to conclude with these remarks. In the context of South Africa, we have experienced, we have seen and witnessed a number of challenges when it comes
to municipalities playing an effective role in driving the growth of local tourism. Some of these are related to governance, you know, the effectiveness, the quality of governance, problems with corruption, which I guess is a phenomenon of governments across the world, you know, mute or weaken the role of municipalities in supporting the growth of tourism. So they are key. We've observed through many studies that there are key governance issues that weaken the capacity of municipalities to develop local tourism. There are institutional issues such as access to resources, financial resources, because of competing priorities of municipalities, sometimes resources to invest in the development of tourism are constrained. There are issues of capacity within municipalities, you know, because municipalities have competing responsibilities that they need to attend to in growing the local economy and meeting the social development and other needs of their citizens. These constrain the municipal capacity to be able to drive local tourism. And then there's a need, you know, traditionally municipalities in South Africa have worked, focused on what we call the managerial approach, which is was just focused on delivering, you know, municipal services. And now we recognize that for them to be able to drive the growth of local tourism, they have to make a shift to a more entrepreneurial approach, where they play a facilitating role, even product development role, where they create awareness among communities about the opportunities that are available to them. So this is an entrepreneurial approach that municipalities need to shift. And lastly, you know, sometimes there's a lack of understanding of the tourism sector as a whole and what factors are affected. You know, the alignment of tourism plans between national and provincial and local government can also be a problem. And there may be a lack of community involvement in planning. Now, we were asked at the beginning to say, what advice would we give? One key advice that I would give in terms of driving tourism at local level is that communities and stakeholders outside of the municipality should be proactive in engaging with the municipality. They shouldn't sit back and expect the municipality to be the principal driver and to do all these things. Communities should be proactive in engaging with their municipalities to identify opportunities and work with the municipality to drive the growth of tourism at a local level. Elena, those would be my comments. Thank you. Thank you very much, Септи. Я хочу сказать, что это очень приятно и интересно услышать из первых уст человека, который занимается, главного человека, который занимается туризмом в ЮАР, такую достаточно подробную информацию о том, какую роль, какое значение играют муниципалитеты в развитии туризма. Но у нас сегодня существуют разные модели развития креативных индустрий, и в ряде стран туризм является частью креативных индустрий, входит в пул креативных индустрий, в ряде нет. Но мы говорим о том, что в любом случае и туризм играет большую роль в развитии креативных пространств. Я уже вижу, что поступают вопросы для Септи, они поступают в чат, и когда у нас будут сейчас выступать другие коллеги, Септи может ознакомиться с этими вопросами, если останется время, то Септи вам зададут вопрос в реальном, в виртуальном пространстве в конце нашего события. Большое спасибо, и мне нужно перейти к другому спикеру. Здесь будет сейчас тоже интересный проект со стороны России. Мы с вами перемещаемся в Москву. Агафонова Валентина Олеговна, директор
молодежной библиотеки имени Светлова, сейчас расскажет нам о том опыте, который есть у библиотеки, расскажет о том, каким образом поддерживает этот опыт государство, потому что у нас есть в Российской Федерации специальные программы поддержки библиотек, и какое креативное пространство создали наши коллеги в Москве. Прошу, пожалуйста. Спасибо большое, коллеги. Всем добрый день. Очень рада присутствовать на сегодняшней встрече. Спасибо большое организаторам за приглашение. Можно я сразу попрошу? Валентина, мы вас слышим, у вас микрофон. Микрофон, да, включите, пожалуйста. Да, а сейчас меня слышно? Сейчас слышим, да. Интересно, я просто микрофон сразу включила, а не было слышно меня совсем, да? Не было слышно, потому что, видимо, загружали презентацию. Пожалуйста. А, я поняла, хорошо. У нас да. Всего 5 минут, я прошу прощения, регламент жесткий. Да. Можно тогда сразу следующий слайд. Приятно осознавать, что библиотеки – это тоже часть креативных индустрий, и они за последние несколько лет стремятся вообще к такому мультиформатному образу существования, и особенно в Москве мы это можем заметить. Мы являемся единственной молодежной московской библиотекой именно и образованы там с 1941 года, и на протяжении всего этого времени библиотека старалась быть абсолютно передовой, брать совершенно новые форматы взаимодействия, не быть только читальным залом, участвовать в самых крупных и международных и всероссийских мероприятиях. Но если вернуться к общему положению библиотек сегодня, что происходит в Москве? Да, у нас уже появился единый читательский билет, к этому очень долго шли, чтобы это было удобно каждому читателю взять, собственно, книгу по единому читательскому билету в любой библиотеке Москвы, а их надо отметить более 450. Взаимодействие с самыми популярными онлайн-ресурсами. Такой ресурс в России – это Litres, и библиотеки с точки зрения поддержки государства, они дают возможность бесплатно, на самом деле это платный коммерческий ресурс, но если вы являетесь читателем библиотеки, они дают возможность доступа к огромному количеству аудиокниг бесплатно. Соответственно, так как мы тоже идем в ногу со временем, мы формируем большое количество онлайн-контента. То есть это лекции, это подкасты, это постоянные розыгрыши, какие-то конкурсы в соцсетях. Ну и, соответственно, сами соцсети являются очень важной частью сейчас для библиотек. Опять же, я возвращаюсь к тому, что библиотеки московские, российские, на самом деле я знаю очень много коллег из прекрасных региональных библиотек, они стремятся к постоянному совершенствованию форматов. То есть библиотеки уже давно не просто место, где можно прийти, взять книгу и сесть в читальном зале ее прочитать. Это огромное количество форматов для молодежи, для лиц, как у нас в Москве говорят, активного долголетия, в общем, для всех-всех категорий граждан. Можно следующий слайд? Я буду так ускоряться. Меня сейчас слышно, да, все в порядке? Потому что я в тишине. Да, все в порядке, да. Хорошо. Здесь я уже, да, проговорила про количество, здесь можно посмотреть просто цифры и форматы мероприятий. На самом деле, с точки зрения таких межформатов, да, креативных индустрий, библиотеки, об их роли, то есть у нас есть и театральные уже внутри постановки, или библиотека выходит в партнерство с крупными государственными смежными культурными институциями, как планетарий, или это зоопарк,
я не знаю, либо это какой-то крупная театральная площадка, то есть, или музей. Мы стремимся постоянно находить новые такие мультиформаты, где можно интегрировать и книги, и edutainment, да, обучение через развлечения формата, которые очень, ну, важны сейчас, мне кажется, особенно в культурных центрах, да, в библиотеках. И, соответственно, очень важно, что так как библиотеки поддерживаемые государством, огромное количество мероприятий, они все бесплатны и доступны, а уровень их растет с каждым днем. Можно дальше? Ну, здесь вот перечислены мероприятия. А, я еще забыла, даже экскурсии. То есть мы стремимся, так как мы находимся в самом центре Москвы, если на нашем примере, мы стремимся охватывать всех партнеров локальных, которые находятся вокруг нас в центре. Вот я уже перечислила там вот планетария, музея, я не знаю, театра, зоопарка и так далее. И вот вы можете видеть на фотографиях, что у нас большое количество собирается людей, уже таких приверженцев нашей площадки, на встречи с известными писателями, со звездами кино, с деятелями искусства. Мы делаем достаточно много мероприятий для детей, стараемся делать форматы, которые как раз про развитие, про интерес к чтению, но не через обычные, да, лекции или просто встречи с авторами для детей, а через интерактивные мероприятия. Можно дальше? Я чувствую, как мое время истекает. И еще надо отметить, что библиотека Светлова, на самом деле, это не просто локальная библиотека в центре молодежная, мы являемся операторами всех крупных городских проектов Москвы, связанных с чтением. То есть это федеральный фестиваль на Красной площади книжный, это одно из главных событий года вообще. Это ночь искусств, это библионочь, когда объединены все библиотеки, на самом деле не только России, это уже такое крупное, можно сказать, международное мероприятие. И мы формируем повестку, основной контент, пишем методические материалы, создаем видеопродукты, поддерживающие эти события. То есть, на самом деле, несмотря на то, что у нас очень небольшое пространство по метражу и не так много людей, мы занимаемся довольно крупным таким пластом работы с точки зрения ивента в культуре, связанных с книгами и с библиотекой. Можно следующий? Да, я здесь, конечно, не успею вам показать наши видеоформаты, которым мы очень гордимся, но вы сможете, если будет желание, зайти на наш сайт светловка.ру, на наш YouTube-канал, легко можно написать «Светловка», и выйдут все информационные материалы про нас. Мы любим и делаем не просто мероприятия, которые прошли в стенах библиотеки, для нас важно, чтобы оставался продукт. Так мы делали с известными российскими звездами VR-формат, который доступен и в просмотре в очках, и просто на YouTube, к 200-летию известного российского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Также мы сделали мультипликационный ролик, который с удовольствием разобрали образовательные учреждения о его интересных биографических данных. То есть можно посмотреть это как пример. И через эти продукты нами уже заинтересовываются крупные компании, которые хотят вместе что-то, ну, делать и создавать с нами. То есть мы такая еще лаборатория креативная. И здесь вы можете увидеть картинку. Это один из лабиринтов, сделанный для зоопарка. Он тоже висит не только в стенах библиотеки, но и в зоопарке, где можно, задав несколько вопросов по этому лабиринту, найти интересную книгу для себя. Следующий слайд. Все, у меня уже время, да? Да, у вас уже время. Большое спасибо за такое прекрасное выступление. Вот буквально несколько секунд для завершения. Мы очень открыты к, я не знаю, взаимодействию. Мы очень любим и ездим, выступаем на международных интересных событиях. С удовольствием делимся всеми материалами, которые у нас есть. Они все в открытом доступе. Это наши контакты.
Я, собственно, да, директор этой библиотеки. У нас команда всегда будет готова ответить на все ваши вопросы. Спасибо огромное за возможность. Спасибо большое, Валентина. И мне бы хотелось передать слово Алексею Коршунову, так из библиотеки к образованию. Развитие человеческого потенциала, креативное пространство действительно дают нам возможность для развития человеческого потенциала. Конечно, развитие человеческого потенциала – это не только библиотеки, да, но это и учебные заведения. И вот Алексей Коршунов, заведующий кафедрой туризма университета туризма и спорта города Москвы, Московского университета. Прошу вас, вы здесь? Нам сегодня... Алексей? Да-да-да, я здесь. Да? Нам сегодня предложит свой опыт развития человеческого потенциала и расскажет о том, как мы готовим вообще специалистов для креативных индустрий в России. Добрый день, коллеги. Очень приятно выступить на этой площадке и послушать опыт коллег. Я скажу буквально несколько слов, постараюсь быть лаконичным. И прошу включить мою презентацию. Можно уже презентацию запустить. Да, Алексей, мы помним, что у нас 5 минут. Мы уже выпили... Да, я себе даже вот таймер включил. Так что, пожалуйста, следующий слайд. Московский государственный университет. И можно следующий слайд. Московский государственный университет спорта и туризма был создан в 1966 году, именно как вуз, именно как учебное заведение, специализирующееся в сфере туризма, и постепенно вот расширился до туризма спорта, и сейчас мы начинаем активно работать с образовательной программой для креативных индустрий. Что важно отметить? Важно отметить, что есть разные определения у человеческого потенциала. Мы сегодня говорим о тех качествах, которые принципиально влияют на результаты активности, в которые вовлечены люди в той или иной сфере деятельности. И более того, наша задача – постараться сформировать такие качества и компетенции у людей, которые бы не просто влияли на чью-то активность или сопровождали чью-то работу, а как это вот иногда бывает в туризме и с туристскими продуктами, а чтобы эти люди сами выступали креаторами, сами выступали инициаторами, организаторами, лидерами в каких-то сферах и областях. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, для того, чтобы мы тоже сразу определились в понятиях, когда мы говорим о креативных индустриях, то имею в виду, что в первую очередь и основной результат деятельности – интеллектуальный или творческий продукт. Ну и в России, и в частности в Москве, мы еще относим к креативным индустриям организации, которые этот продукт продвигают. Следующий слайд, пожалуйста. Сегодня мы позиционируем себя в Москве совместно с московскими властями, а правительство Москвы – учредитель нашего университета, что именно наш университет становится инфраструктурным центром реализации образовательных программ по развитию человеческого потенциала. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь мы говорим о двух категориях. Как об академическом образовании, которое у нас представлено различными программами бакалавриата. Пока это программы в области туризма, но со следующего года мы откроем в рамках бакалавриата направление менеджмента креативных индустрий. Следующий слайд, пожалуйста. Так и магистерскими программами. Нет, предыдущие, если можно. Вот в магистратуре особенно ярко видно то, о чем я сказал пока кратко, что все-таки мы переходим от инновационных технологий в туризме к событийному туризму, организации проведения крупных спортивных мероприятий. То есть пытаемся сформировать у людей компетенции не просто сопровождать какие-то события в туризме, самим эти события формировать и предлагать. Следующий слайд. То есть программируем некие проактивные компетенции. Дальше, пожалуйста. И, конечно, кроме академического образования, у нас очень широко представлено образование дополнительное, как в сфере soft skills, каких-то мягких навыков, которые мы формируем у наших коллег, так и в сфере дополнительного профессионального образования. И понятно, что на сегодняшний день дополнительное образование играет большую роль в нашей
деятельности в нашей работе, чем образование академическое, мало у кого есть 4 года или 2 года, чтобы какими-то навыками овладеть. Но в рамках дополнительного профессионального образования мы готовы как-то нашим коллегам предлагать те навыки, те знания, те умения, которые они могли бы применить в практической деятельности. Ну, надеемся, что будем в этом еще более успешны. Следующий слайд, пожалуйста. И, конечно, нельзя не сказать о том, что в развитии креативных индустрий в Москве и в Российской Федерации очень большую роль играет государство. Если мы говорим о Москве, то Департамент развития предпринимательства предлагает креативным индустриям весь спектр поддержки льгот, который относится к малому и среднему бизнесу. И если говорить о каких-то специальных поддержках, специальных льготах, у нас есть замечательные льготы для креативных пространств, для креативных технопарков. У нас есть льготы для различных субъектов креативных индустрий. И, конечно, наиболее интересная и близкая к нам история – это субсидии, которые выделяет на обучение правительство Москвы. До 10 миллионов рублей в год могут получать по специальным условиям, по специальным критериям вот такие субъекты креативных индустрий. В завершение моего краткого выступления я хотел бы пригласить, следующий слайд, пожалуйста, всех к сотрудничеству, к взаимодействию. Наш университет открыт к такой работе. Мы были бы рады всем контактам, совместному участию в мероприятиях, совместным программам. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Алексей Владимирович, за такое прекрасное и короткое выступление. Вы уложились прямо в 5 минут. Ровно в 5 минут. И я не буду давать комментарии, поскольку времени у нас нет, но человеческий потенциал в креативных индустриях очень важен для нас. А мне бы хотелось предоставить слово последнему выступающему из России, Антону Ватагину, нашему коллеге из Санкт-Петербурга, который, собственно, сам создавал креативное пространство, который, собственно, имеет колоссальный опыт сотрудничества в рамках реализации совместных проектов как в международной сфере, так и на российских площадках. Пожалуйста, Антон, прошу вас. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышно меня, да, хорошо? Да, вас хорошо очень слышно. Да, можно запускать презентацию. Пока Антон готовится, мне бы хотелось сказать, что это директор одного из интереснейших и крупнейших креативных пространств города Санкт-Петербурга, Севкабельпорт. Да, рад приветствовать всех, коллеги. Приятно выступить на данном форуме, и думаю, это будет полезно. Несколько слов о нашем пространстве. Значит, Севкабельпорт начинает свою историю в 2017 году, когда старейшим заводом кабельной промышленности Севкабель, расположенным на Васильевском острове, было принято решение переместить свои мощности на соседнюю территорию свою же, тем самым освободить привлекательный земельный участок для жителей нашего города и гостей. Вот. Участок обладает достаточно серьезными, красивыми характеристиками видовыми, вот, что позволило, в общем-то, значит, создать здесь некий креативный кластер. Вот. Общая площадь порядка 4 гектар земли и имущественный комплекс представляет из себя 6 зданий общим метражом порядка 30 тысяч квадратных метров. Значит, что касается наполнения, Севкабельпорт – это в первую очередь фабрика событий. Мы так позиционируем наше пространство. То есть основной упор именно на событийную составляющую. Проводим более 300 мероприятий в год. Сейчас вот в условиях пандемии, да, вообще по плану это более 600 мероприятий уже к следующему году. Вот, при этом
события абсолютно разной направленности происходят у нас. Это и концерты, и фестивали, и различные форумы образовательные, вот, развлекательные направленности мероприятия. Вот, значит, также, что касается зданий и помещений, то есть мы стараемся бережно, скажем так, воссоздавать те здания, которые находятся у нас на территории, то есть это многие из них относятся к объектам культурного наследия нашего города. Вот, бережно воссоздаем, наделяем новой функцией. Вот, значит, соответственно, ну, одна из частей наполнения – это офисы. Вот, мы очень тщательно стараемся подходить к отбору резидентов наших в офисные помещения, вот, как бы формируя, ну, создаем некую такую специальную атмосферу. Каждый участник, каждый резидент проходит достаточно серьезный фильтр для того, чтобы участники могли между собой так, плотно взаимодействовать и давать некий такой синергетический эффект. Вот, Антон, простите меня, пожалуйста, у нас так мало времени. Можно я вам задам вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот как муниципалитеты нашего города участвуют в развитии? Или вы самостоятельно? Вот откуда вы берете ресурсы для развития? Ну, мы развиваемся за счет частных инвестиций собственников проекта. Вот. Поэтому сказать о том, что испытываем какую-то там прямую поддержку от муниципалитетов или от государства, к сожалению, не могу. Вот. То есть эта поддержка в основном нацелена на некоммерческие организации. Мы все-таки стараемся извлекать доход из нашей деятельности. Ну, помимо того, что там оказывает содействие в развитии туризма и разных других образовательных сфер. Вот. Поэтому мы, в общем-то, рассчитываем на то, что подобного рода форумы, да, это уже там некий старт, и, ну, то есть они дадут некое изменение в данной сфере, да, позволят расширить, скажем так, круг организаций, которые могут быть предметами вот этой самой поддержки. Вот, поэтому... Да, и у меня... Да, прошу прощения, прекрасно. У меня к вам еще вопрос. А скажите, пожалуйста, а что вы ждете от сотрудничества в рамках БРИКС? Вот есть какая-то идея, может быть, совместный проект? Ну, скажем так, каких-то ожиданий таких прямых у нас нету, да, то есть мы открыты к взаимодействию и в любой сфере готовы сотрудничать, да, то есть какие-то прямые, вот учитывая, например, мы проводим там какие-то собственные мероприятия, выставки, форумы, еще что-то, да, и было бы очень неплохо иметь возможность получения каких-то субсидий, возможно, или там, грантов на данный вид деятельности, несмотря на то, что мы являемся условно коммерческой структурой. Да? И хотелось бы вот расширить этот список организаций, попадающих под возможные там, какие-то... Большое спасибо, Антон. И в связи с нехваткой времени, к сожалению, мы не можем увидеть такой красивый Севкаберпорт, такое красивое пространство. Ну и, конечно, мы сейчас из-за пандемии не можем посетить, да, вашу замечательную резиденцию, но мы надеемся, что границы будут открыты, мы сможем к вам прийти и воочию посмотреть, как развивается наше креативное пространство в Санкт-Петербурге, и встретиться с вами. Сделать еще не один интересный проект, в том числе... Добро пожаловать. Да, спасибо. А мне бы хотелось на правах модератора уже пересечь океан и отправиться в другую страну, в Великобританию. В Великобританию
и познакомиться с тем опытом, который на сегодняшний день имеют наши британские коллеги, законодатели, собственно, креативных индустрий, те самые первые, кто в начале 2000-х годов разработал и стратегию, и кто первый заговорил о том, что есть такие индустрии. И хотелось бы передать слово Дэвиду Хинду. Дэвид Хинд – наш давний партнер, он сегодня представляет несколько университетов и обладает колоссальным опытом подготовки специалистов для креативных индустрий. Пожалуйста, Дэвид, здравствуйте. Дэвид? Thank you very much for the very kind introduction and thank you very much for inviting me to this wonderful conference today. I'll be very quick because I know we only have probably 4 minutes and 30 seconds left. I'm speaking on behalf of Buckinghamshire New University in the United Kingdom, and we are one of the leading universities in the United Kingdom for creative industries. We have a variety of different courses that are designed to prepare graduates for careers in a great variety of different employment opportunities within the creative industries. We have up-to-date modern technology that the students can use to develop their skills. And we also have the opportunity for the students to work within major complexes that are devoted to creative industries. For example, the Pinewood Studios in London, where many of the big blockbuster films are produced and created, we have a teaching facility within the Pinewood Studios complex. I'm just going to ask you to go through very quickly the following slides, which just give a flavor of the type of courses that we offer to our students. So as you can see on the screen in front of you, a great variety: animation, visual effects, film and TV production, media production, and so on. So we have media production и так далее. У нас очень сфокусированный подход к подготовке специалистов для креативных индустрий. Следующий слайд, пожалуйста. Эта презентация. Different courses. So obviously I don't have time to go through all of the courses with you today, but it's just to give you an indication of the way that university education has developed and is developing in the United Kingdom. BA Ons Animation. Next slide, please. Visual effects. Next slide, please. And then obviously very important for generations of today, 3D game art design programs. Next one. And at master's level, we also have a range of courses for the creative industries. This course is MA pre-visualization, which again is to do with animation and developing film scores and film sets. Next one, please. And for the film and television production and media production, once again, a range of courses. And on this slide here, we can see the modules that are included in year one, about language, producing documentaries, the technical skills of lighting and sound, writing for film and television, producing fiction, technical skills, camera and editing, and so on. So the course programs are very detailed, very specific, and they are designed to equip graduates to move straight into employment in the creative industries. Next slide. And again, another master's example, MA screenwriting.
And all the photo images that are attached to these slides are all of the learning resources at Buckinghamshire New University. Next slide. And music. And when we start thinking about different disciplines within music, you can see the range that we offer. Electronic music production. And then we combine creative industries with business, music production and business, songwriting, and events, festivals, and venue management. So at Buckinghamshire New University, we do have some very distinctive, high quality courses for the creative industries, supported by up-to-date contemporary technology within the campus, so that the students are very familiar with the technology that is used in the creative industries in the world that we live in 2021. Next slide. And again, just finishing off my presentation now with other visual images and ways in which our students do become familiar with contemporary developments in society that relate to the creative industries. Next slide. And the next slide. That's it. So I'll conclude my presentation there, but I hope that I've given you an indication of the way in which university education can design innovative and creative courses for the creative industries. And these courses are available to students from all over the world who want to develop their career in this very important and fast-growing industry. So thank you very much for inviting me. And I hope that I've given an insight into education in the United Kingdom, and in particular at Buckinghamshire New University. Спасибо большое, Дэвид, за такое хорошее, емкое, короткое выступление. Мы видим, какую роль сегодня играет. Спасибо большое. Я не знаю, слышно ли меня, коллеги? Коллеги? Слышно? Спасибо. Да, я хотела поблагодарить Дэвида за емкое, интересное выступление и сказать, что роль университетов сегодня достаточно велика в развитии креативных индустрий, в развитии того нового пространства и новой креативной экономики, которая происходит сегодня по всему миру. Ну и мне бы хотелось передать слово Саймону Джонсу, это декан факультета бизнеса и юриспруденции Букингемшир Нового университета. И он как раз нам расскажет о связи университетов и муниципалитетов в развитии креативных индустрий в Великобритании. Саймон, пожалуйста. Thank you very much. Are you putting up my presentation or shall I do it? Aha. So, next slide, please. You will be aware in the United Kingdom that creative industries is very strong. As David has described, a strong university sector and professionalism in both the creative industries, hospitality, events, and tourism. The numbers are quite staggering. 1 in 8 businesses in the UK is a creative industries business, but almost all of them have fewer than 10 staff. So it is very much small industry, almost cottage industry, generating enormous amounts of wealth. Next slide, please. An infographic for you for later, but you will see the latest government figures for 2019 offering some £116 billion a year value in creative industries. And if you look across
the figures that you see in front of you, some 2.1 million jobs in the UK are related to the creative industries. Next slide, please. The Creative Industries report, and the link to this report is within the presentation, shows the government, the Westminster national government approach, understanding that to maintain creative industries and therefore to work with both universities and organizations represented at this conference, we need quality jobs, a pipeline of talent, and good management practice to maintain the industry. Final bullet point there, suggesting local talent pools to make sure that all creativity across the country is represented. Next slide, please. And so to a municipality. Wales is part of the United Kingdom. It is where I am from, hence my curiosity here. And you will perhaps know it as the place where the BBC creates Doctor Who, which is both filmed in and around the city of Cardiff. And indeed, they have even used my own home to film Doctor Who. Now in Wales, creativity, perhaps Welsh people are known always to be singing, as well as working in coal mines and farming sheep. But actually, creativity is a key part of the Welsh economy. 2.2 billion pounds annual turnover and 56,000 people employed in the creative industries. This is from a population of 3 million. Next slide, please. Significantly then, the Welsh government, which is a devolved government within the United Kingdom, set up Creative Wales Industries, or in my language, Cymru Graidiol, which you see in the graphic. They have, as a non-governmental organization, distribute money and grants, support and advice across these identified creative areas. And so there are bespoke funding packages for film and television that includes upskilling of talent, industry apprenticeships, and working with local universities. The music industry is both to promote music in the Welsh language and the Welsh culture, and also more commonly in English. There is no need to suggest bands that you will have heard of, but music is one of the key drivers as a cultural information medium. It is very strong in video games and digital, again generated through small businesses which feed into universities. More interesting, and especially with my colleague and her library presentation, the publishing industry is a hidden creative industry and very strong drive through the Books Council for Wales, promoting creative literature in Welsh and in English. And finally, in terms of innovation and skills and diversity, this Creative Wales Industries organization works with government, with councils, and with universities to make sure that everybody is included in being given the opportunity to promote creative industry and a job, a career, and a life. Next slide, please. Finally, therefore, it must be remembered that we are still in a pandemic, and the creative industries currently has a big lobbying position, because if you are in the cinema or the theatre or at a concert or at a rugby game, you need to wear a mask, you need to have inoculation, you need to prove that you are COVID-free. And politically, this is becoming increasingly contentious as we reach Christmas, because for 2 years, the creative industries has been hugely challenged.
and we don't see that challenge diminishing. Rather, the Welsh Government is taking stringent action to control the pandemic, and the people that are suffering are hospitality and the creative industries, because they lack predictability and they lack output or outlet for their services. So in conclusion, final slide, please. You will see that we have universities working with government, government asking for the policy lead and implementation action from a non-governmental organization it's set up. And it's interesting to reflect that throughout the pandemic, almost the whole of our society has relied on creative industries for their own well-being and their own health. Thank you very much. Елена Васильевна, звук включите. Уважаемые коллеги, меня слышно? Большое спасибо. Вы можете задать Саймону вопрос в чате. Я смотрю, что в чате сейчас уже у нас вопросы пополняются. Большое спасибо, Саймон, за выступление. Я думаю, что мы продолжим нашу дискуссию и в других мероприятиях проектов по креативным индустриям. И мне бы хотелось передать слово сейчас нашим коллегам из Германии. Это Университет прикладных наук Бielefeld, где реализуется проект в области зеленых технологий, открытых инноваций, креативных индустрий. И пригласить к микрофону Хеннинга Дудерштадта, который нас познакомит. Но я хочу сказать, что у нас всего 5 минут на выступление, и сейчас мы должны еще подсократиться, поскольку не так много в эфире времени. Пожалуйста, Хенрик. Very much. Yeah, thanks that we could be here to present our projects. The slides will be put up by you. Yeah, okay. So actually, we're doing a project called Open Innovation City, and Bielefeld is the first open innovation city of of Germany. And the project, next slide, is a project that is not done by the city himself, by the municipality, but there are four initiators. It's the University of Applied Science for SMEs. It is a mechanical engineering and plant construction network of the region. It's the Founders Foundation, an ecosystem, education center, and accelerator for B2B startups. And it's the Pioneers Club. It's a co-working space for digital pioneers from companies, startups, and freelancers. And we are here in the region that is a very important region for mechanical engineering and an excellence cluster for Industry 4.0, as well as the home of more than 30 companies with more than 1 billion turnover, but mostly it's SMEs here. And from this trend, we started with this open innovation approach. Next slide, please. Yeah, we kicked it off. It is funded by the state of North Rhine-Westphalia, and we have 5.4 million for all of the human resources and the project we built. Next slide, please. And with this, we formed a team. Could you please move to, yeah, we formed a team, and this team is doing a lot of stuff here, and I would like to show you some of this. Could you just jump over the next two slides, as we're not doing the theoretical background of open innovation here? So yes, just one more, please. So first of all, we do is we publicate many things. So we publicated a trend book of innovation. We published two surveys and studies and interim report of the entire project. And all of this is available on our homepage. And the trend book is totally available in English too. It shows 7 megatrends for cities and good examples of how we and others attack those trends and those things like green city trend, like new work trends, like local activism trends and all of this. And it has a foreword by Henry Chesbrough, the scientific father of open innovation, who gives an interesting insight into the view of the potentials of open innovation cities compared to the approach of smart cities.
He compares Open Innovation Cities as a Smart City 2.0 system. Next slide, please. Yeah, we have an office that was opened by the Minister of Economics from the Bundesland Nordrhein-Westfalen. And here is the central place for innovators. Here you can meet, you can get your rooms here, and it's just a starting point to the whole ecosystem. One slide, please, again. What we also did is beneath this analog point to Getty, the central point, we have a digital attached point too. This is a platform where you can have co-creation. There's a showroom for innovation for the who is who, and a matchmaking system for B2B innovators. They want to make some things for profit. Next slide, please. What we also do a lot is events. There's the first LoRaWAN, which is a data standard for smart city IoT. And we did a large round table with 350 participants. And it is the first interdisciplinary expert round table regarding this topic. And it shows the importance of being using the data for cities and not giving it away to the big GAFA and what we always already lost in the smart home business. Next slide, please. And we also are on trade fairs. This is the International Trade Fair of Hannover Messe, which was virtual in 2021. And we did a whole day about open innovation, frugal innovation, and also had here many experts, including Navi Raju, one of the pioneers of frugal innovation. He's a TED talker with more than 2 million views. And this is like the expert level that we like to attack with all our project. One more slide, please. So this is all for the experts, getting more to the participants and to the the citizens. We accompanied an inner traffic city project to reduce individual traffic and the reuse of street space for pedestrians, like for pocket parks or outdoor gastronomy. And we have made a roundtable here too. And we got from Stockholm and Ghent showcase project, we got industry and academic project developers and solution providers here, and had a look on what was possible to do so and to put it here into the city and move forward with our MVP project that we do here. Okay, one more slide, please. So, and if you're not an innovator yourself at this point and want to join this innovation idea that is the aim to get more talent into the city and to produce more talent, this is, we are talking about innovation. It's a speaker series program. We had 5 events in the last year with 11 experts. Leading topics are our mega trends and open innovation. And the idea is to ensure that people can just join the project, is to be accessible, to sit back, network, get inspired, and successively expand the innovators network that has already joined more than 800 people. And yeah, we're doing furthermore much communication. There's a podcast and there's a lot of influence on the international and national markets. Other cities looking at us. We are the first open innovation city here, but we don't want to be the last. So we transfer this project and we like to get in touch with other cities, international partners to get more international open innovation cities and a network of open innovation cities. So thank you. Спасибо большое, Хенрик, за такое емкое выступление и очень интересный проект, в котором активно принимают участие муниципалитеты. Я думаю, что мы все сможем сотрудничать дальше и обсудить результаты нашего проекта, поделиться опытом. А мне бы хотелось переключиться сейчас и отправиться в Латвию к Марине Гуннер, нашей давнейшей коллеге из Балтийской международной академии, и спросить о том, как креативные индустрии развиваются, поддерживают ли их муниципалитеты. Марина, пожалуйста. Добрый день. Напомню, что всего 5 минут, если получится, меньше мы будем сейчас. Я решила, что мы сделаем все гораздо проще. Вот, и мы сделаем таким образом, чтобы презентация крутилась сама по себе. Я прошу коллег помочь в этом. Хочу сказать
Слова благодарности всем, кто выступал, это очень интересно. Что происходит в Латвии? В Латвии у нас на креативной индустрии была сразу поставлена очень высокая ставка. И развивались эти креативные индустрии, начиная с конца XIX века, хотя так они тогда и не назывались. И, наверное, самым таким эпицентром развития таких креативных индустрий это был большой праздник песни, который проходит раз в 4 года в Латвии. Это действительно масштабное мероприятие, которое все хотят увидеть. Но на этом мы не остановились. И после того, как Латвия обрела независимость и промышленность ушла, из Латвии в другие места, мы сосредоточили свое внимание на креативных индустриях. Пошли несколькими путями. В принципе, все это традиционно и для других стран, и для других городов мира, но все понятно, что приносит это и доход, и создает имидж страны, имидж города. У нас развивалось оно следующим образом. Сначала обратили внимание на креативные кварталы, потом креативные улицы, а потом уже и пошли отдельные креативные пространства. Все, что происходит в Латвии, немного отличается от того, что создается в России. У нас нет таких больших территорий, таких больших заводов. Тем не менее, мы идем этим путем, и буквально недавно, когда я стала подводить итоги, как же развивается это все у нас в Латвии, я увидела, что вообще-то на самом деле появилось очень много интересных мест. Какую роль в этом играют муниципалитеты? Играют, конечно, играют. Во-первых, конечно, надо получить разрешение на то, чтобы превратить данное пространство в креативное. Вот квартал Спикере, который вы сейчас видите, это полностью решение муниципалитета, городской думы, поддерживается, финансируется. У нас также есть поддержка Юрмальской думы, например, вы посмотрите чуть позднее слайды, где увидите, что даже целый вокзал в городе Юрмала был превращен в креативное такое пространство. Но на что я хотела бы обратить внимание? Не получается полностью рассчитывать на муниципалитеты. И в основном все эти креативные пространства существуют и живут за счет инициативы отдельных лиц, отдельных объединений. Это некоммерческие объединения, это объединения, которые ищут поддержку, например, скажем, у застройщиков, у предпринимателей. И таким образом получается действительно менять облик города и превращать этот город в креативный город. Что-то получается, что-то нет. Вот вы смотрели, когда слайды, видели, что у нас такое есть место, которое называется Ханзас Перрон. Это тоже место, которое было превращено, и на него было потрачено очень много денег для того, чтобы сделать его такой креативной площадкой для проведения мероприятий. Пока был проект, все это проходило совершенно замечательно. Как только проект закончился, финансирование закончилось, мы видим, что этот проект испытывает трудности. Поэтому, когда мы говорим о таких креативных пространствах, помещениях, зданиях, креативных проектах, мы понимаем, что если не будет инициативных людей, если не будет взаимоподдержки, если не будет сотрудничество, то такие проекты могут быть недолговечны и могут быть абсолютно бесперспективны, при всем при том, что на начальном этапе, конечно, это очень интересная такая заявка. И просто хочется обратить внимание на то, что если этой поддержки не будет, то нам будет очень трудно развивать такие креативные проекты. И идея, скажем, создать такой фонд поддержки креативных индустрий по типу той программы Erasmus+, которая сейчас позволяет нам сотрудничать, развиваться, реализовывать проекты, интересные идеи, это было бы той хорошей идеей, которая помогла бы нам двигаться вперед, развивать креативные индустрии, создавать новые красивые креативные города и, как уже было сказано, создавать новые рабочие места для людей, нетривиально мыслящих и стремящихся изменить жизнь общества к лучшему. Я постаралась уложиться как можно быстрее. Если кому-то будет интересно мою презентацию, вы можете потом посмотреть и почитать более подробно по желанию. Саймон, спасибо за поддержку. Спасибо большое, Марина.
Украина, и мы сейчас отправляемся в Среднюю Азию, у нас еще 3 выступающих, и нужно подвести заключение нашей сессии, и я передаю слово Талайбеку Кочуманову, Кыргызская Народная Республика. Талайбек, вы нас слышите? Да, я слышу вас, а вы меня? Да, мы вас тоже слышим. Мы просим вас, к сожалению, времени мало, в течение 3 минут рассказать о том, что делается в Кыргызстане. Во-первых, хочу поблагодарить за приглашение и поприветствовать всех участников. Ну, сейчас, конечно же, креативная экономика – это как основа уже стала постиндустриального мира. И везде это, как видим, уделяется очень много внимания и в развитых, и динамично развивающихся странах. Но в Кыргызстане тоже сейчас, в этом году президент перед посланием к народу 5 мая обозначил, что это будет приоритетом развития Кыргызской республики. Сейчас правительством разрабатывается концепция креативной экономики. И вот мы в этом году, вы участвовали, Елена Васильевна, мы провели тоже международную конференцию научно-практическую. И что интересно, мы эти предложения конференции направили в правительство и рассмотрели на Совете по развитию бизнеса и инвестициям, и они были включены в концепцию развития и в среднесрочную программу развития Кыргызской Республики до 2026 года. Ну, какие основные это такие направления? Это, во-первых, классификация креативных индустрий, измерение их, то есть статистическую базу подготовки, потому что без этого нам трудно будет давать какие-то преференции творческим индустриям. И вот поэтому мы с этого, как бы, это первые шаги. Вот. Ну и параллельно, конечно, мы создаем индустрию, инфраструктуру для креативных индустрий. Разрабатывается закон о парке креативных индустрий с какими-то преференциями для членов этого парка, представителей креативных индустрий. Вот сейчас у нас где-то обозначены 12 таких по классификации, 12 направлений креативного творчества. И здесь, начиная от ремесленничества и заканчивая IT-сектором, вот, и мы надеемся, что будет также создаваться какая-то материально-техническая база. Вот первый многофункциональный такой центр открыт на прошлой неделе, инновационный центр, вот, на котором, ну, целью которого как раз является стимулирование креативных инноваций. Также мы, конечно, работаем и начали работать, по крайней мере, сейчас вот в части образовательного сектора. Вот. Но, то есть перспективы есть, и самое главное, есть понимание и со стороны правительства, что развитие креативной экономики – это в будущем это устойчивое развитие, потому что там вовлекается и молодежь, и женщины, и другие сектора. Вот. И я думаю, что это вот понимание позволяет нам надеяться на том, что у нас будет развиваться креативная экономика в республике. Мы готовы сотрудничать со всеми партнерами, со всеми, кто также продвигает креативную экономику. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Большое спасибо, Талайбек Джумашевич. И, вы знаете, осталось буквально у нас 4 минуты. Если Кинешбек Алмакачук сможет нам за 2 минуты еще представить практический опыт, я бы хотела его услышать, потому что он директор музея, исторического музея Бишкека, у них очень много проходит интересных проектов. Кинешбек, вы слышите нас? Слышу. Да, у вас буквально, если возможно, 2 минуты, и мне 1 минуту дадут на завершение. О, это прям такая скорость. Хорошо, я... Можно это включить? Можно без презентации.
Если есть можем, такая возможность. Пятую презентацию, пятый листочек. Вот мы здесь видим, что вот, как представлена страна, населенные пункты находятся в орографических складках, и, соответственно, она формирует особенность оказания услуг и доступа к услугам культуры. Вот. И наше предложение такое, можно перелистнуть на следующий слайд. Здесь мы видим, как до настоящего времени была организована система оказания услуг, да, когда существует само по себе место самоуправления, население и учреждение культуры. Вот это она больше направлена на оказание пассивного дослуга. Можно тогда перепрыгнуть на восьмой слайд? И вот нам предлагается вашему вниманию эмпирическая реальность, как в данный момент некоторые населенные пункты крупные оказывают услуги. Здесь мы видим, что растяжка она такая большая. С одной стороны местное сообщество, с другой стороны носитель таланта, местное управление и учреждение досуга. Я хотел бы обратить ваше внимание на правую сторону, где написан носитель таланта и субъект развития. Для того, чтобы оказывать услуги населению, либо развивать творческие индустрии, нужно для начала понять, ах, есть ли там люди, талантливые люди, которые могут эту услугу оказать. И наша методика направлена прежде всего на это. Сначала проводим инвентаризацию ресурсов, людей, талантов, которые могут и готовы оказывать соответствующие услуги. И, соответственно, вся остальная работа муниципалитета и местного сообщества выстраивается вокруг этого. И одна еще ключевая вещь. Ошибочным является посыл, что люди на селе не готовы платить. Опыт населенных пунктов Липинка и Санов показывает, что население готово платить, либо делать сооплату услуг. У меня все. Большое спасибо. Ваш практический опыт очень интересен. И мне хочется завершить сейчас уже нашу сессию, к сожалению. Я надеюсь, что в будущем у нас будет гораздо больше возможностей говорить о развитии креативных индустрий. Мы по вашим рекомендациям сформулируем предложение для BRICS+ по формированию нашего сотрудничества в перспективе. Большое спасибо. Разрешите завершить сессию. Ну а все вопросы мы обсуждаем в чате и затем сможем ответить на них. Большое спасибо. До свидания. До новых встреч. Спасибо большое всем. До новых встреч. Спасибо, коллеги. До свидания. Спасибо. Спасибо. Всего доброго, коллеги.